2 и 3 февраля в рамках проекта «Умная Казань» для детей города была проведена двухчасовая интерактивная программа «Великие научные открытия». Наш проект – это интерактивные научные занятия для детей от 7 до 14 лет. Раз в месяц у нас проходит занятие двухчасовое, где дети посещают 4 разные лаборатории, в каждой из которых делают эксперименты своими руками. И на практике изучают законы естественных наук, то, как устроена наша Вселенная. С детьми работают выпускники, аспиранты и магистранты Казанского федерального университета. Все они имеют глубокую научную базу. Занимаюсь уже на протяжении 6 лет в университете наук, совершенно в разных областях естественных наук. Я с удовольствием делюсь своим опытом и знаниями с детьми. То есть это не просто вычеты где-то строчка из Википедии. То есть это мой реальный опыт, который я объясняю детям, и уже могу дать какие-то, даже открыть секреты, которые они могут сами применять дома, даже при исследовании своих. Программа посвящена не только революционным открытиям в области химии, физики и биологии, но и в целом научному методу познания. Ребята проходят путь от первоначальной гипотезы до экспериментов и анализа их результатов. За 2 часа дети познакомились с основами термодинамики и создали цилиндр двигателя внутреннего сгорания, проверили действие антибиотиков на подопытной культуре бактерий, собрали микроскоп Левенгука и даже провели реакцию полимеризации, а получившиеся изделия забрали домой. Я сегодня сделала рыбку из полимера. Еще мы проверяли сегодня бактерии и делали двигатели. Пока дети ходят по лабораториям, для родителей проводится отдельная программа лекций с викторинами. Я как студент-медик КФУ, химии обучался на химфаке, физики на физфаке, а биологии на биофаке. Да, и вот в целом неплохо разбираюсь во всем цикле естественных наук. Это мне здесь очень сильно помогло. В «Умной Казани» я провожу программы для родителей и для взрослых. В программе участвуют 60 детей, которые разделяются на 4 команды по 15 участников, а направляют и обучают их специалисты разных областей. Мне очень повезло с образованием, потому что все, что я изучала в университете, мне пригождается в моей работе. Я училась на экономфаке, на отделении государственного муниципального управления. У нас было очень много предметов, связанных непосредственно с менеджментом, с пиаром, с социологией. Все это я сейчас применяю в своей карьере и в том числе в проекте «Умная Казань». А знание английского языка, полученное на втором высшем образовании, помогает мне коммуницировать с кем угодно, в том числе, например, с представителями различных стран. Да, например, сейчас у нашего проекта, наш проект федеральный «Умные города», сейчас открылось первое представительство в Европе, да, проект «Умная Барселона», которому я тоже немного помогала. Основная цель мероприятия – привлечь в науку детей в возрасте от 7 до 15 лет, доступно и интересно объяснить им, что такое исследование и почему важно и нужно заниматься наукой. Проект «Умная Казань» – тот проект, которому я очень благодарен, потому что я считаю, что в наше время популяризовать науку – это крайне важно, ведь на самом деле научный прогресс, он очень быстро идет вперед, а вот люди не всегда успевают осознавать то, что произошло в мире, да, и вот делиться новейшими, так скажем, веяниями в науке очень важно, да, то есть распространять эти знания в население, чтобы они понимали, к чему все, собственно, идет. Валерия Муратова, Ленардо Влетьяров, Универньюз.